Хей, гости, мишеньки, мы продолжаем родить игру под названием Dark Souls 2. Короче, я понял, как зачаривать. Я уже перемучился, нужно палкой и на палку использовать на меч. Чтобы зачарить этот... Короче, что мы сейчас делаем? Мы идем дальше исследовать замок и открывать сундуки, которые были закрыты до этого. Поэтому продолжаем. О, что-то из рыцаря выпало. Шлем голема бастиона. Так, что это... Шлем голема бастиона. Шлем голема бастиона, который оживил король слоновой кости. Големы должны были сдерживать созданный хаос, не давая им пересечь стену. Когда врата Эллолося были распахнуты, город замерз и обезлюдил. Но големы усердно несли свою службу. А то есть это голем, это даже не воины. Така-така, тут и есть сундуки. Так, приятель, ты тут один? Ты тут один, но сундуков слишком много. 5 сундучек. Мимики. А то, что я типа сзади стоял, плевать. Да и вообще посрать. Заберу. Так, а давайте... На всякий случай я, наверное, это... Попробуем. Настоящие. 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 Ох, открытие кейсов. В Dark Souls. Короче, 100% лут у нас вон он лежит, на земле. Давайте посмотрим, что же нам выпало. Первый сундук. Сидящийся жук. Уголь вражды. Старый лучистый самоцвет жизни. Кусок титанита, ясно. Катаринские доспехи. Нихера не здоровые. Стоп, это же... Катаринские доспехи. Старинный доспех что-то напоминает луковицу. Этот доспех поначалу кажется нелепым, но это многослойная конструкция, на самом деле очень практична. И превосходно отражает физические атаки. В таких доспехах шли в бой легендарно отважные рыцари Катарины. Мне кажется, шлем такой есть. Так, ладно, погнали дальше наверх. Блять, мне нужно было туда вот засунуть камень. Сука, я про эту дверь забыл. Опа, зато тут у нас проходик, я смотрю, стал. Здрасте. Ладно, чтобы здесь... Ну, в принципе, туда смысла нету впритык подходить. Так ведь? Тут может быть невидимки эти сраные. Фу, показалось, что невидимка сраная. Ну, погнали вниз, посмотрим, что снизу. Ух ты, ё-моё. Ух ты, ё-моё. Хера вас тут. А подойти не хочешь, чел?
Расстрелять я то расстреляю, как вас не хер делать. Сучка, все-таки попал. Колокольчик жреца мне дали. Неплохо. Вот эта хрыч мне главное западню может сделать. Нихера там вниз еще спрыгнуть можно. Пол здесь нигде по пути не сломается. Вниз либо вверх. Давай вниз, к примеру. А, туда, там еще есть ниша. Значит, наверх. Элизабет. Ага. Окей. Ну, теперь можно и вниз. Звуки пугают. Это всего лишь этот чел был. Ну ладно. Не, я буду проверять. Потому что эти невидимки, блядь, могут где-то здесь стоять. О, нихера, кольцо сопротивления. Повышает сопротивление к яду, к кровотечению. Проклятием, окаменением. Так, защитное кольцо с четырьмя освещенными камнями. Увеличивает сопротивляемость к отравлению, кровотечению, проклятию, окаменению. Творение из сгинувшего Алафиса. Колдун, созданный это кольцо, был... так силен, что его боялись во всем мире. Нихера себе, колечко. Так, у меня два варианта, куда спускаться. Ух ты же, бля. Хотя похуй. Давай, скажи, что ты мимик. Не мимик.
Так, трава. Сюда побежала. Собаки атакуют, как и в первой части. То есть ничего сложного. Блин, манать локация на самом деле здоровая. Ага. И куда-то-то. Тропа-топам. Этот лифт. Это к тому глазу, да? Это, если что, третья, как она называется? Третья. Короче, путь к третьему костру. Мне не нравится, что здесь очень большой. Локация слишком большая. Донна, ведьма-изгнанница. Плюс халявная человеческая фигурка. Опа, еще один рыцарь. Здорово. Рыцарь Элеон Лойс ищет хаос. Добро, ну что, поехали тогда. А куда мы поехали? Подождите, нам сейчас нужно тогда будет вернуться обратно и пойти дальше по пути. До третьего костра. Фикс. Тут сундучок я нашел. Хотя лучше проверить, да? Да, ничего. Все Dark Souls и другие игры нужно проверять. Гриб Элизабет. Ну, он восстанавливает очень много, кажется, хпшки. Ну да. Так, ну идемте дальше в поиске сундуков. Так, а теперь я вот не помню, куда нам нужно идти. Туды, либо туды. Я, кажется, тогда вниз, да, шел? Я вижу, там еще лестница есть куда-то. Пойдемте, наверное, туда. Короче, я смотрю, что вот этот верх, походу, это как раз и есть вот эта лестница. Либо она была заморожена, либо ее не заметил. Походу, ее просто не заметил. Не мимик. Это хорошо. Копье пронзающей молнии. Копье пронзающей молнии, созданный из первобытного чуда, искупает копье из молнии. С момента появления чудес знающие люди пытались преработать их, приспособив их к своим потребностям. Вот плод одной из таких попыток. Типа электричество создать. Ну, такое. Так, здесь, получается, был куда-то проход. Ага, тут дальше прохода нету.
Ну да, значит нам вниз, и там как раз мы выйдем на третий костер. Ебать. Сундуки растопились, и големы растопились, заебись. А на третьем этаже еще их трое. ГГ. Давайте разбираться с ними. Короче, с горем пополам я разобрался, но пришлось хилочки тратить. Пизда тебе, мимик. Ох, жопа тебе. До свидания. Я просто не хочу символ алчности. Того хрыща поднимать. Ну ладно, это хотя бы нормальный. Сундук. Просто считать титанитниток, а меньше в кость дракона, ясно. Так, а сейчас будет жопа боль, да, получается мне? Так, на всякий случай. И... на всякий случай. А, да ладно. Она пропадает? Нихера тебе. А магия хорошая штука здесь, я вам скажу. Уйди от них. Надо ее отвести подальше. Уйди отсюда. Блять, ну я если сейчас ее грохну, она поднимется. А, мне один хер нужно. Хоть одного голем поднять. Одного хватит. Иди сюда. Если сундук откроется, значит он мне не нужен. Не придется, ладно, их убивать. А прикиньте, их убивать можно, когда они стоят, оказывается. Это сосед член, чел. Если б я знал... я бы здесь сейчас с тобой тут не ходил, не мучился. И? Изогнутый меч. Черненький. Изогнутый двуручный меч Нил. Большой меч с грозным изогнутым клинком. Одно из запретных орудий, хранимым королем слоновой кости. Он создан из камня, древесины и останков необычной души. Считается, что тем,
Чем дольше уходит его владелец, тем сильнее становится меч. Чем дальше уходит владелец. Интересно. Так, и это у нас, по идее, прыжок вниз, да? Тогда нам получается идти в ту сторону теперь. Исследовать. Поэтому погнали теперь в ту сторону. И, в принципе, это, наверное, даже будет последняя серия, потому что мы полностью все изучили. Ебать. На одного голема меньше. Я не знал, что их можно так убивать. За одного такого дают 3200. Ни хера себе. Так, чё, ну ты пойди последний. Наверное. Рыцарь Элиан Лось ищет хаос. Это надо мной, да? Ебать, это ловушка. На ловушку пиздец как похоже. Я иду. А фиг его знает. Ага. А, дальше так. Ну, внизу еще куда-то есть проход, но я там не вижу прохода. Поэтому идем и сюда. Я тогда тэпнусь, наверное, уровень апну. И тогда дальше продолжим. Как раз закуплюсь хилками. Ну что, вот этот... Это место. По идее, должно быть 4 рыцаря, как я понял, потому что там было 4 стула. Так, призывать с собой, я, как понимаю, никого не могу, да? Поэтому... Человеческие эти, я думаю, тоже нет смысла тратить.
помогите, ребята, ну вы надоели. Блять, вы будете помогать, сука? А, блять, они еще и суицидятся, я понял. Заебись. Я думал, типа этих только убить и все, нихера их там выходит. Это сложно, это пиздец как сложно. Так это еще даже босса нету. Короче, пиздарики. А налет у нас нихера нету, да? Плачевно. Так они еще, понимаете, если бы они дрались между моими рыцарями, так они все на меня нападают. Мне туда идти? А, я понял, мне не туда идти.
чтобы отсюда не вышел никто. Если не выйдет, будет все хорошо. Не вышел, проверяйте. Уже 2 часа ночи. Если мы эту серию уже где-то час сходим. Пиздец. Надеюсь, ты фокус ОБ челик. А, плевать. Давай. Заледенишь? А, ты не собираешься? Я понял. Сейчас отсюда еще вылезет, найс. Стрит.
Что, вы хотите увидеть, как я парирую? Думаю, хотите. Давай, кто первый? Давай ты. Да ладно. Парировала, ребят, проверяйте. Ребят, я не знаю. Ну, босс дисбалансовый, серьезно. Ладно, плевать там. Вот, допустим, вот рыцарь, да, вот мои. Почему они с моими не дерутся, блять? Они все на меня летят. Сука, ты что? Ну что, как мне, как, что мне делать? Как мне отвечать им? Я ебал. Парирование хуй срабатывает. Короче, так подумал, я не хочу. Оставлю, короче, босса на завтра. Тогда я его убью. Я соединю, да и все. Поэтому как-то так. Так, а теперь мне скажите, пожалуйста, что это за хуйня? Почему у меня два портала еще работает? Нормально? Yeah.
выиграешь эту игру. Но осталось два типа. Пожалуйста, ну зайдите, вы заморозьте вы ебаные ворота. Нужно играть. Хер знает. Ну, типа, никто не идет туда. Что за предатель?
щита нету. Я тут мечу за дерево, а я щит нажал. Ой, бля. Короче, это еще на полушизме все идет. Забейте. Почему Dark Souls не выходил? Dark Souls, да, темные соусы. Потому что я этого босса ненавижу. Это первый босс, который я считаю самым сложным на данный момент. То, что мы еще не прошли в третьей последней DLC. Это DLC я пройти никак не могу, потому что сколько я уже его не башил. Чтобы вы понимали, последняя серия когда была? Теперь с последней серии, которая вышла, отмотайте, ну, дня 4-5 и посмотрите на дату сейчас. Сейчас у меня 22 октября. Последняя серия вышла хер знает когда. Я тогда поиграл, я его не мог убить, потому что вы, наверное, уже видели перед вот этими словами, что происходило. Я сгорел, я скачал тренинг. Тренинг, простыми словами, это читы. Я, короче, включил их. Ну, как вы видите, стамина у меня не заканчивается. У меня на стамину и на хп. Чисто для того, чтобы вам показать босса. Потому что я его убить не могу. Ну, то есть, даже, знаете, я не могу его убить. А мне бесит то, что мои рыцари либо раньше сдыхают, либо еще что-то. Да, было типа мне идеальные забеги, но все равно сейчас я просто это смотрю и понимаю, что это жесть. Правильно поняли. Души все я нафармил, когда играл. Все, и так у нас постоянно было. Сейчас выйдет один рыцарь, выйдет босс. Врата открыты, никто закрывать их не собирается.
могу. Большой радиус. Окей, от одного я увернулся. Удар. Попал. Не попал. Не попал. Короче, нужно прыгать под его руку, под руку, какой она будет. Здесь нужно прыжок влево. Я просто смотрю его удары. Сейчас он должен был попасть. Корона короля слоновой кости. Затухающее пламя теплится в древней короне. Это что-то с чем-то. Deactivated. Deactivated. Trainer activated. Deactivated. Все, читы я выключил. Думаю, больше они мне никогда не пригодятся. Потому что это жесть, ребят. Не, рили, это жестко. Я осознаю то, что я использовал читы в игре, которую я прохожу. Но это первый босс, на самом деле, который заставил меня это сделать, потому что... Так, давайте лам, посмотрим, что мы получили в следующей серии. Тогда я все-таки буду тоже продолжать Dark Souls. Что у нас следующее? Человечность я постоянно использовал смолы. Для него смола самая жесткая, кажется, тьмы, если не ошибаюсь. Против него была. Так, изогнутый двуручный меч Нила. Не знаю вообще, что это за оружие. Как смотреть информацию? Короче, я не помню. Как описание смотреть предметов? Ага, вот, на В. Изогнутый двуручный меч Нила. Большой меч с грозными изогнутым клинком. Одно из запретных орудий, хранимых королем слоновой кости. Он создан из камня, древесины, останков необычной души. Считается, что чем дольше уходит его владелец, тем сильнее становится меч. Закопченный щит из лось. Закопченный щит рыцаря лося, который побывал в пламени. Постепенно восстанавливает здоровье владельца. Рыцари лося лишены собственной воли. Они готовы уничтожить любого потревожившего пламя, даже бывших союзников. Корона крови слоновой кости. Корона крови...
королей слоновой кости, никогда правившего в этих краях. Далеко на севере король выстроил огромный собор, чтобы усмирить яростного и пламя. Потом он почувствовал распад собственной души и ушел, не сказав ни слова, и оставив всю Алисанию. Но то было давно, и сегодня никто не помнит даже имени короля. Потом, понятное дело, ихняя шлема, броня повыпадала. До хера ихней брони. Так, и мне выпала душа. Или подожди, или там души не было. Походу не было. Ну что, тогда мы на этом с вами заканчиваем, ребят. Ладно, давайте я сбегаю, прокачаюсь. Маншулу. Стрел закуплюсь. Ну сколько, это тоже серия получается вышла. На сначала 59 снял, потом на 6 минут, и сейчас уже 11. Сколько уровней хватит? Неплохо. Так, а что я хотел прокачивать? Интересно. Хэпэшку вкачать. Блин, не знаю, вот честно. Погнали, закупимся стрелами или что там мне вообще надо. А, так у меня все есть. Ну что, тогда на этом мы с вами заканчиваем, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.